Всем привет! Сегодня 12 апреля, и мы выехали в лес посмотреть, есть ли смочки. Дима мне уже скидывал, что в Фейсбуке в группе какой-то там грибной уже в Германии собирают смочки. У нас была не очень хорошая погода, постоянно был дождь, переменная облачность. Холодно было, сегодня вот хорошая погода, как вы видите. И мы решили выехать в лес, попробовать посмотреть, сможем ли мы найти смочки. Всем приятного просмотра. В местных лесах очень часто падают деревья из-за ветра, их спиливают, видите, складывают вот так вот, вырубают прям целыми участками леса. Надыбала вот такие вот грибы в мху. Встретилась тут нам такие вот грибы. Я это заметил. Это грядовки какие-нибудь. Ты тоже старые, наверное, прошлогодние. Да нет. Нет. Свежачок. А что это такое, да, который? О! С улиточкой? Нет, это вот свеженький, мне кажется. Да, он свеженький. Пахнет поганочкой. Также тут леса вырубают из-за того, что была засуха и напал на деревья короед. Поэтому их поспиливали. Встретились нам такие грибочки. Жалко, что опята не растут весной. Сейчас бы здесь опят было. Они прям перламутровые, видите? С перламутровым отливом. На таком вот участке леса. Тут вырубили лес. Мы понюхали этот грибок. Пахнет сыростью прям. Да. Смотрите, прям семейство целое таких грибов. Тут прям такой влажный воздух. Даже вы можете увидеть, блестит водичка на траве. Очень влажно. С этой стороны прям лужи стоят. Смотрите, я тут кричу от счастья. Я нашла то, зачем мы сюда приехали. Света, иди смотри. Я прям... Это что, правда, что ли? Правда. Смотри, какой. Ой, какой красавец. Все-таки... Вик.
Катя. Катя, блин. Класс. Вот так вот. Так, слушай, значит, надо искать. Мы его возьмем? Ну да, чтобы давай. Чтобы пожарить. Может, смотри, мы еще найдем? А я тоже нашла. Где, блин? О, еще. Там еще, блин. Да вы что, блин? Да, вот, смотрите. Они него, только что пошли. У него, да? Ножка, соединенная с шапочкой. Это сморчки. А вон еще. Да вы, блин. Так, я надыбала полянку, и тут вот еще. Ой, вот. Так где? Класс, вот еще. Вот это да. Я слепой, блин. Так, складываем. А что мы ничего не взяли с тобой? Сейчас сумку будем складывать. Два. Так, три. А вон еще, что-то не... Вот, смотри, смотри. О, ух ты. Раз, два, три, четыре. Они совсем махонькие еще. Класс. Вот они тут на полянке. Угу. Прикольный. Ура! Будет сегодня у нас жареха. Класс. Так, надо тут хорошо посмотреть. Угу. Ага. Конечно. Как Дима обрадуется. Угу. Ходили, ходили. Слушай, а у тебя пакетика нет, Маш, в этом? Сумки нету. Слушай, у тебя там, ты говоришь, майный пакетик где-то есть. Там мокрый. Ну и что, давай мокрый пакетик. А вот ну, такой большой экземпляр. Самый, ну не издевайся. А вот. Вот еще один, смотри. Да-да-да, не наступаешь, бах! На! Бах, о, какой большой! Нашел. О, какой хороший! И вот. Да я там видел уже. Я тебе сейчас... Так, а вот еще давай на горку собирать, да, вот так, а потом ага. Возьмем. Можно есть пакетик дать? Давай. Нашел ты? Вот три. Давай так. Так, Максим, тут нашел. А ну, сынок, отойди, тень делаешь. Мы его тут заснимем, сделаем ему видеосет. А вот срывай. Это немножко вовнутрь зайти, интересно. Они... Мне кажется, нет, потому что вот на солнышке, да. Мне кажется, на солнышке прогрелось, поэтому они повылазили. Все-таки на дорожках надо искать. Да, вот такая вот. На вот такой вот полянке. Мы тут только что надыбали. Сейчас еще посмотрим. Чуть мы еще прошли. Нашли. Чуть не прошли. Красавая ло такую. Я нашел. Mm-hmm. Я. Мы когда-то в прошлом году искали маслята. Вот так вот тоже на полянках они были. То есть я могу сделать вывод, что здесь уже земля прогрелась, и из-за этого грибы начали лезть. А там уже более в лесу, там еще, конечно, прохладновато, и когда поднимаешь листья, там еще вода есть. Может быть, они попозже там... Мы найти сморчков, поэтому не взяли никакой... Не взяли, куда складывать грибы. У меня тут есть маска. Сейчас я туда подкладываю. Вот так вот. В общем, они появились, значит, стоит их искать. Вот моя корзинка. Ой, вы знаете, мне прям так радостно на душе от того, что я смогла найти грибы. Я думаю, Дима очень обрадуется. Не зря он меня таскал в лес и рассказывал, где искать грибы. Милый мой, это тебе подарок. Из Германии. Да, сынок? Да.
Ух ты! Жовто-блакитні. Как интересно, там вон с той стороны повырубывали лес. А с этой стороны, смотрите, сколько молоденьких начинает расти. Они такие красивые. И вот, смотрите, как. Я просто не знаю, мне кажется, что их, наверное, тут не садят, они сами как-то вырастают. Мне так нравятся эти ветрячки везде, где мы проезжаем. Мне очень нравится их лицезреть. И вот я прям очень близко к ним уже нахожусь. Такие красивые. Кора перемешанная с шишками. Посмотрите, как тут темно. Хотя сейчас 2 часа дня. Солнце сильное. А тут темно и прохладно. Интересный такой лес. Тут, наверное, белых осенью много. А вот эти шишечки сдалека с бочками, кажутся. Такие вот маленькие, черненькие. И ты думаешь, вот он. А потом присматриваешься, это всего лишь шишечка. Смотрите, какой прикольный пенек. Полностью весь в мху. Как будто в ковре. Меня фотку сделай. Залазь, я тебя пока снимаю, потом сделаю фотку. Аккуратно только смотри. Осторожничает. Ну заходи. Конечно, они же сидят, ждут. Охотники кабанов. Давай, залазь. Оружие какое-то. Ой. Быстрее. Лавочка. Да мне страшно. Не бойся. А ну выгляни оттуда. Сейчас. Паучки какие-то лазят. Вот такой вот улов у нас сегодня получился. Это, конечно, не густо для нас, но все равно я считаю, что это круто в такое время еще и в Германии найти сморчки. Мне очень радостно от этого. Я рада. Безумно. Я думаю, Дима, когда увидит этот ролик, тоже очень сильно обрадуется. Мы еще планируем съездить через несколько дней в другой лес посмотреть. И через недельку, дней через 5 вернуться в этот лес посмотреть. Может, все-таки они пойдут более массово здесь. Спасибо всем за просмотр. Жду ваши лайки, комментарии. И до новых встреч. Пока. О том, как мы живем здесь, в Германии, вы можете посмотреть на моем канале. Ссылку Дима оставит в закрепленных комментариях в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь на мой канал. Будете там наблюдать, как мы здесь живем. До новых встреч!